каждый ребенок такой. А если ты прямо сейчас поставишь лайк и подпишешься на канал, то внезапно начнутся каникулы. Каждый ребенок такой. Поход в магазин. Ого, всего 100 рублей стоит? Мам, купишь? Ты дурак, есть что, у тебя миллионерша? Мама, а смотри, какой крутой пистолет. Купишь? Ого, всего 1000 долларов. Хорошо, сынок. Может, еще что-нибудь купить? Каждый ребенок такой. Да, Ник, может, в прятки поиграем? Ладно, только черт ты прячешься. Ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Где-где? Оттуда он меня точно не найдет. Ага, наивный. Спустя час. Даник, ты вообще меня ищешь? Ой, да я везде смотрел. И там. Ты просто так хорошо спрятался? Точно? Ну конечно. Ты просто очень хорошо спрятался. Может, еще раз сыграем? Каждый ребенок такой. Раньше. Боже, да это самое лучшее место. Меня тут точно никто не найдет. Ой, а вы не видели Даника? Даник, ты где? Ау! Сейчас. Мам, а давай в прятки поиграем? Отвали, а? Ну, мам. Ладно, давай. Мама, я спрятался, можешь искать? Сынок, ты дебил? Может, все-таки на работу устроишься? Блин, а в детстве работала? Ой, дебил. Каждый ребенок такой. О, ты чипсы кушаешь? Можно мне? Ну, да, конечно. Пусть только попробует взять больше 2 чипсинок. Каждый ребенок такой. Так, дети, сегодня будем лепить морковку. Ой, так это проще простого. Спустя 5 минут. Светлана Ивановна, подойдите, я уже сделал. Даник, мне немедленно нужно поговорить с твоими родителями. Каждый ребенок такой. Мам, смотри, какая прикольная штука. Может, купишь? Ладно, бери. Ура, ты самая лучшая мама на свете. Чего? Сколько он стоит? Сынок, это, а может тебе лучше карандаши купить? Или фломастеры? Ну, мам! Каждый ребенок такой! Даник, дай Мишку погулять! Нет! Ну дай! А я тебе за это конфету! Нет, ты что? Он мне как друг, а ты предлагаешь отдать друга за конфету? Ну, минимум 2! Каждый ребенок такой! В центре... Ой, сынок, а что тут смешного? Ну это, ты же тоже смеешься. Ну вообще-то, мы смотрим, как гигантская змея съела слона. А я смеюсь, потому что шутку вспомнил. Упс. Каждый ребенок такой. Сынок, иди чистить зубки. Мам, я не хочу. Да? А ты знаешь, что они у тебя могут выпасть? Ой, да что за бред? Какое чудесное утро. Будешь знать, как зубы не чистить. Каждый ребенок такой. Да, Ник, а вот помнишь, бабушка с дедушкой дали тебе зелененькую бумажку? Ага, такую красивую-красивую. А давай ты мне ее дашь, а я тебе за это конфету. Ты дебил, вообще-то я знаю, что это 100 долларов. Блин, а раньше прокатывала. Каждый ребенок такой. Сынок, мы не знали, что тебе подарить, поэтому дарим деньги. А ты там уже решишь, что тебе нужно. Так, мама с папой подарили деньги, бабушка с дедушкой тоже. Ура, их так много, куплю себе машинку. Или нет, самолет. Сынок, а можешь мне одолжить немного денежек? Ну да, держи. Спасибо, я через пару дней обязательно тебе верну. Спустя 2 дня. Сынок, а можно я еще возьму? Ну если нужно. Спустя неделю. Сына, держи, я обязательно верну. Ага, нужно было сразу машинку покупать. Каждый ребенок такой. А паста такая вкусная, не замечал раньше. Блин, что-то так живот болит. А ты не ел ничего необычного? Да нет, вроде не ел. Каждый ребенок такой. Папа, а это правда, что на зло нужно отвечать добром? Ну конечно. Так вот, я там зеркало в ванне разбил, когда видосы в ТикТок снимал. Не хочешь купить мне новый телефон? Да как ты мог разбить, да? Вот, Алис. Каждый ребенок такой. Даня, не ешь много конфет. Хорошо. Даня, хоть бы не слиплась, хоть бы не слиплась. Каждый ребенок такой. Вот когда я вырасту, стану супергероем. Буду прыгать по домам и спасать красивых девушек. Пиу, пиу, я Человек-паук. Пиу, пиу. Ты что, дебил? Мама, я не хочу себе такого брата. Давай лучше вместо него собаку купим. Пиу, пиу, пиу.
Каждый ребенок такой. Сынок, я на 10 минут схожу в магазин, никому дверь не открывай. Ага, хорошо. А за это я куплю тебе шоколадку. Ура! Спустя 10 минут. Дань, открывай. А вдруг это не ты? Я слышал, что люди умеют изменять голос. Докажи, что это ты. Как? Ну, а вот сколько у меня пальцев на одной руке? Ну, 5. Правильно. Все, открывай. Нет, это любой знает. Теперь угадай пароль. Каждый ребенок такой. Даник, а может ты нам расскажешь, какой ответ в этом примере? Ну, Светлана Ивановна, может кто-нибудь другой? Быстро к доске! Это, ну, 6 умножить на 7 получается... О, звонок! Ура! Погоди, погоди. Вы в начале урока 5 минут шумели. Так что теперь задержитесь. Даник, а ты продолжай решать пример. Ну, спасибо. Каждый ребенок такой. Блин, если мама узнает, что я ем по ночам сладости, мне капец. Ну, кушать-то хочется. Даник, ты что, ешь по ночам? Каждый ребенок такой. До школы. После школы. Каждый ребенок такой. Так, мама мне говорила, что если я буду хорошо учиться, она купит мне новый телефон. Поэтому все-таки придется сделать домашку. 2 часа спустя. Ух, вроде готово. Так, дети, давайте проверять домашнее задание. Упражнение 169. Стоп, стоп, стоп. Как 169? Я 160 сделал. Да, Ник, вообще-то это на прошлый урок задавали. Ты что, опять не подготовился? Придется опять ставить тебе 2. Каждый ребенок такой. Дети, кто знает ответ? Можно я отвечу, можно я? Стасик, отвечай. Блин. Дети, кто пойдет к доске решать задачу? Только не я, только не я. О, Даник, может ты пойдешь? Ну, спасибо. Каждый ребенок такой. Понедельник. Чё? Уже 11? Блин, я проспал в школу. Воскресенье. Боже, как классно просыпаться на выходных в обед. Чё? 6 утра? Каждый ребенок такой. Светлана Ивановна, можно выйти? Да у тебя что, перемены не было? Ты что, совсем офигел? На уроке учиться нужно, бестарь тупоголовый. Ну, я вообще-то к доске хотел выйти, но сейчас мне точно пора в туалет. Каждый ребенок такой. Ну что, дети, кто знает, сколько будет 7 умножить на 3? Можно я? 21. Ну, может быть, кто-нибудь знает? Я! 21. 21. Молодец, Кирилл, ставлю тебе 5. Серьезно? Каждый ребенок такой. Черт, опять забыл книжку по математике. Нужно быстро за ней сходить. Блин, опять портфель дома забыл. Женя, дай листочек и ручку. Что? Хотя не, можешь просто листочек. Я все равно писать не собираюсь. Каждый ребенок такой. Эй, переступи обратно, а то я не вырасту. Что за бред? Угу, бред. Помнишь Аню? Аня, неужели это ты? Ты должна была переступить меня в тот роковой вечер. Я всю жизнь представляла эту встречу. Всю жизнь. Каждый ребенок такой. Ай, больно! Ах так? Ай, мне больно, больно, больно! Сынок, что случилось? Каждый ребенок такой. Сынок, вот тебе фломастеры, сиди дома и спокойно рисуй. А я пока схожу к подруге. Хорошо. Спустя 30 минут. Ой, мой сынок такой хороший. Куплю-ка я за это ему шоколадку. Сынок, я пришла... О, мам, привет! Каждый ребенок такой. А ну руки убери. Ну, мам, будешь есть козявки, вырастешь и превратишься в огромную козявку. Уф, лучше буду слушать маму. Каждый ребенок такой. Сынок, а кем ты будешь, когда вырастешь? Так, ну или летчиком, или спасателем, или космонавтом. Спустя 10 лет. Здравствуйте, мы проводим опрос, кем вы хотите стать, когда закончите школу. Ой, что за глупые вопросы. Ну, конечно же, блогером. Каждый ребенок такой. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Напиши об этом в комментариях и попади в следующий ролик. А вот эти люди написали больше всего комментариев под прошлым роликом. И если ты точно хочешь попасть в видео, тогда пиши 10 или нет 20. В общем, пиши очень много комментариев. Главное, чтобы они были разные. Ну вот на этом и все. Пока-пока. Хоть бы не слиплось, хоть бы не слиплось, хоть бы не слиплось, хоть бы не слиплось. Ай, больно! Ай, больно!
больно! Или раньше? Нет.